Привет! Сегодня уже воскресенье, второй день после Дня независимости. И мы приехали Марку показать выставку бронетехники на Майдане. Вот здесь разные военные машины и так далее. Но Марк все утро просился быстрее посмотреть на танки, а теперь боится даже идти самостоятельно. Муж его несет. Не знаю, плачет. Видимо, машины большие, много народу, и как-то ему страшно. Так что будем сейчас привыкать постепенно. Хочешь на машину? Да. Юра, а ту машину, ого! Бронетехника нам не интересна, зато вот этот автобус экскурсионный, двухэтажный, привлек Марка больше всего. А выставка вся эта ерунда. И даже не захотел сидеть вот здесь, вот на небольших машинках. Зато хочет в автобус. Марк отказывается отсюда выходить. Чувствую, нам придется его катать на этом автобусе. Точно так, как недавно впервые покатали на метро. У меня, кстати, видео есть в Инстаграме. Муж пошел просто показать вагон метро Марку, но он там так заплакал и начал капризничать, проситься кататься, что пришлось ездить на метро. Решила пройтись по магазинам, пока есть свободное время. И вот меряю такие шлепанцы. В принципе, они мне нравятся. Но как-то смущает, что это шлёпанцы, хоть сейчас вроде модно, но мне кажется, к чему-то более или менее нарядному как-то не очень симпатично. Я таки вон купила эти шлёпанцы, кстати, в Walker'е. И вот, смотрите, какие приятные цены, там сейчас скидки. Скидка 63%. Сейчас перед моей следующей задачей на сегодня, приятной. Сижу в таком, это вот Starburger, заведение. Здесь так атмосферно, так прикольно. И немножко подкреплюсь, и уже буду ехать. А сейчас я приехала на фестиваль «Жить как чудо». И здесь Марина, моя подруга, будет проводить мастер-класс свой двигательно-танцевальную медитацию. И меня в качестве оператора пригласила, и участницы. Вот там я камеру уже поставила. И буду сейчас тоже познавать себя. Сейчас принесут каремат и буду присоединяться к мастер-классу. У нас, если бы у нас не было никаких эмоций, мы бы просто лежали на диване и ничего бы не хотели. Так у нас есть эмоции, у нас есть вот эти внутренние толчки, это внутреннее наше что-то, что мы пока не можем сформировать вид. Почему это рождается внутри и хочет выйти? Для защиты, для обиды кого-то, да. Ну, опять же, защиты. Для того, чтобы, в общем, разные могут быть моменты, но по сути, изначально для того, чтобы мы посмотрели, откуда оно идет, чтобы заглянули туда. Если это эмоция ревность, чтобы посмотрели в себя, почему и откуда она рождается, где она заложена либо воспитанием, либо событиями, либо еще чем-то. Вопрос. И по сути, каждую любую эмоцию можно исцелить вот этой любовью, пониманием и благодарностью за то, что она появилась, за то, что она нам помогает двигаться и что-то менять в своей жизни. Жить не просто кинули мяч, кинули. Понимать, что происходит. Ну, по сути, все, кто на этом фестивале, это люди, которые уже не хотят так, как раньше, не хотят обычно, хотят понимать, что происходит в жизни, что происходит внутри, и как это все связать.
Как видите, я уже дома, и впечатления свои после Марининого мастер-класса в сторис сняла в Инстаграм. Я уже туда автоматически все снимаю. И, кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм, если еще не подписаны. Там прям ежедневные влоги постоянно. А сюда забыла продублировать. В общем, мастер-класс, конечно, понравился. У меня, правда, не было аж таких там инсайтов и прогресса, как у других участников, которые уже более продвинутые по медитациям, которые регулярно занимаются там такими практиками. Я вообще деревянная в плане медитации, меня это практически не берет, но все же мы прорабатывали эмоции, и в определенный момент я почувствовала такой как ком в горле, когда мы вспоминали какие-то негативные эмоции, которые хотели проработать, и прям чуть не прослезилась там, но такого, как рассказывали другие, что там жар по всему телу ощущали и так далее, такого у меня не было. Ну, в общем, интересно. Я думала, здесь будет танцевально-двигательная медитация в плане более активных движений, танцев, и уже, знаете, когда ты истощен, и когда уже не остается сил, тогда вот у тебя там что-то может открывается. Но Марина говорит, это больше такие медитации у Ошо, ну, по его принципам, да, или как сказать, у нее более спокойное, но интересно, конечно, это все. Ну, и чтобы нормально поработать с собой, нужно, конечно, этим заниматься, а не так один раз прийти, как я. Я, кстати, оставлю Маринины контакты внизу, кому интересно. Она регулярно проводит уроки, по-моему, 2 раза в неделю вот в студии. Так что можете к ней пойти на пробное занятие, по крайней мере. Сейчас жду уже своих сдачи. Они вот-вот приедут. И знаете, после мастер-класса у меня такое вот прям расслабление я чувствовала, такая вся приятная какая-то усталость, что ли, и такое умиротворение, вот, скорее. И вот пришла домой, я сама, но позвонила своим, они говорят, что минут через 10 уже приедут, так что начнется вот это постоянный такой драйв и шум и так далее. Еще минут 5 посижу в уединении. И да, я на этой неделе хочу провести снова прямую трансляцию, но точно не знаю еще когда. Так что следите за моим инстаграмом, я там объявлю, когда решу. И приходите, особенно те, кто не были на первой трансляции, кто не попал, но хотел, и те, кто были, я всех буду рада очень видеть. Так что до скорой встречи в прямом эфире. Всем пока!